Тихо. И всем привет, с вами Агера, и сегодня мы поиграем в Бодварс на сервере Hypixel. Поехали! И наша игра уже началась, и я поставил другой скин, другой ник, потому что меня вообще таргетят жестко, я не хочу, чтобы меня таргетили, это не очень прикольно. Да, то ютуберов вообще здесь жестко таргетят. И, кстати, хотел я обсудить такую с вами тему. Вообще, я постоянно снимал один SkyWars, то есть ресурс-паки на SkyWars, там челленджи на SkyWars, и мне, честно сказать, это не очень уже нравится. Да, я обожаю SkyWars, и вообще моя любимая мини-игра это SkyWars, но, понимаете, я считаю то, что один SkyWars снимать не очень хорошо, так как приходят новые зрители, которые хотят видеть, ну, другое, кроме SkyWars что-то, а я снимаю один SkyWars, и поэтому я хотел как раз об этом и обсудить. Вот я сейчас специально решил заснять Бодварс, так как Бодварс у меня очень редко выходит на канале, а именно, когда я DMS снимал, вот тогда, когда я снимал DMS, и, кстати, я его буду тоже скоро снимать, вот очень скоро, вот тогда я как раз и снимал Бодварс на DMS, но я хочу его начать снимать и на GoMGT, и как сейчас я это делаю на Hypixel. И, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы видеть на моем канале Бодварс, так как я лично считаю, еще раз же повторюсь, то, что нужно снимать еще что-то, кроме SkyWars, но вы обязательно напишите, что вы хотите видеть, только один SkyWars или... Фух, хорошо, изи, сейчас хотя бы одного убить. Все, хорошо, одного убили. И хотя бы еще одного. Правда, их всего двое, но ничего. Ну, в принципе, да, у меня получилось. Мы снесли команду, это очень классно. У меня нету блока, вообще надо будет блоки купить. Да, еще раз же повторюсь, обязательно напишите в комментариях, снимать ли меня только SkyWars, как я это раньше делал, или же начать снимать и Бодварс, и остальные мини-игры тоже. Все, я жду, короче, я буду чекать комментарии. Я очень на это надеюсь. И сейчас нам главное затащить. Вон там наш тиммейт стоит. Вот там желтая база. Сейчас нам надо будет купить динамит. А представьте, мы такие приходим, а у них там обсидиановый деф. Надеюсь, то, что такого не будет. Потому что я не хочу покупать алмазную кирку, чтобы ломать обсидиан. Это не очень классно. Ну так, ну в принципе, можно упасть, да, можно упасть. Но ничего страшного, сейчас мы возвратимся. Там у нас будет много ресурсов на нашей базе. Так, белый наш, в принципе, живет, что-то там он делает, это хорошо. Давайте сейчас мы купим динамит, покупаем динамит, купили динамит, все, хорошо. Надеюсь, он не додумался достроиться до центра. Фух, хорошо, я просто не хочу, чтобы он сейчас достраивался до центра, так у нас будет намного легче сломать. И он, кстати, идет к желтым, он, конечно же, сейчас там проиграет, я это точно знаю, потому что все мои тиммейты, когда идут кого-то рашить, они или падают, или их убивают, или с ними происходит... еще что-то хуже, но он скинул динамит и, в принципе, серьезно, он сломал кровать. Ты сейчас, вот, правда, то есть ты сейчас вот не шутишь, да? А, обалдеть, вау, такая кровь, да, видели, это вообще это очень эпично и красиво. И давайте, наверное, сейчас купим еще себе блоков. Обалдеть, слушайте, ну тиммейт, конечно, молодец, реально молодец. Так, растащил, конечно, вообще, давно у меня так тиммейты не тащили. Давайте купим броню за 12, купим меч за 7, и все, и будем теперь уже точно... жестко-жестко тащить. Надо, наверное, пойти к зеленым, потому что у зеленых там, в принципе, есть деф, который можно сломать динамитом. Это очень хорошо. И сколько у нас там команд осталось? Ну, в принципе, много. У меня еще и собаки там лают, не мои, но соседские, ничего страшного. Так, значит, смотрите, сейчас мы строимся к зеленым. Как раз зеленые сейчас кого-то сломали, то есть зеленый сломал синих. Синий убил красного. Зеленый еще тоже кого-то убил. Мы сейчас ставим динамит и все, то есть все изи. Пожалуйста, только не возродись в тот момент, когда я буду ломать тебе кровать. Идеально, просто идеально. Еще и мой тиммейт пришел такой, дратуйте. О, нет, давай ты умрешь. Тролль, у него маска тролля. Все, мы его убили, хорошо. И теперь, зеленый. Привет, надо забрать килл у моего тиммейта. А, ну ладно, молодец, убил, красавчик, слушайте. Нормальный тиммейт попался, это очень хорошо, потому что, в принципе, это важно, когда нормальные тиммейты. И синих больше кровати нету, это классно, в принципе, у нас есть шанс затащить. Давайте сейчас заджиттерим, джиттер-клик, все, изи, мы его Мой тиммейт пытался сломать кровать, молодец, в принципе. Это очень красиво, то, что ты пытался ломать кровать. Идеальный тиммейт, в принципе, да, он хороший. Да, он даже лол написал, он сам удивлен, то, что там вообще кровать есть. Сейчас нам надо построиться красным и сломать последнюю кровать. А потом еще надо будет убить красных и убить последнего розового. И все, изи катка, в принципе, good game, все дела, да. А ну, я даже не падаю. Смотрите, я сейчас строюсь с отпусканием шрифта, то есть я быстро строюсь и не падаю. Как это классно. Так, у меня есть один синий блок, который мне не нужен, поэтому мы его выкинем. Да, всегда надо выкидывать ненужное из инвентаря. Меня, конечно же, сломал
а розовый. То есть, понимаете, вообще все больно, да? Но зато мы сломали красных. Хорошо. Так, теперь надо найти, вон, я вижу одного красного. Он у нас, получается, наверное, проигрок. Мне вот только совсем не нравится то, что у нас розовый сломал. Если он сломал, то значит он проигрок или читер. Потому что, понимаете, в чем прикол? Он Алекс. То есть у него нету скина. У него обычный скин, понимаете? Всю логику, да? Так, розовый. Где же розовый? Что-то, я не знаю, правда, где розовый. Это очень странно, но ничего страшного. Так, у меня есть золото. У меня реально много золота. А, все, розового уже нету, я его ищу. Так, нам теперь осталось... Вон, вижу красного. Одного красного, к сожалению. Я не знаю, где еще один красный. Главное сейчас не упасть. В принципе, там может быть дырка. А я такой, типа, бегу. И все, и минус я, да? Но нет, я жив. Это хорошо. Так. Иди сюда. Иди сюда. У меня есть два динамита. Здравствуйте. До свидания. Я вообще орал бы, если бы тут еще розовый умер бы. Так, ну они, наверное, думают, то, что у меня типа один динамит был, да? А у меня их-то вообще два, да? Да, конечно, у меня их два. Ну еще, получается, один есть, это как бы нормально. В принципе. А, все, выше уже нельзя строиться. Так, да все, нельзя уже выше. Какой тим, ты че? Так, ты че делаешь? Что-то, мне кажется, моего тиммейта сейчас кильнут. О, нет. Нет, только не тиммейт. Давай, убей меня, если так хочешь. Но не тиммейт, пожалуйста. Да тиммейт, что ты мне килл забрал? Я тебе жизнь спас, ты взял килл забрал. Ну, ничего страшного, остался всего лишь на один красный. Мы должны затащить. Главное сейчас не протупить. Или я не... Здравствуйте. Тихо. Блин, обалдеть, это, конечно, вообще эпично было. Обалдеть, он, конечно, такой... Я прям знал, что нужно было именно туда поставить динамит. Я такой вижу его ноги. Думал, это шерсть, но это оказался человек. И, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.